инфекций, жидкостью Свердловской области при нахождении в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, необходимо использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей, санитарной гигиенической маски, респиратора, судья предъявил удовлетворение заявления лица, в отношении которого ведется производство дарила, административного правонарушения Куприянова, находится в суде отказать. Да, ходатайство проинформировать я дал через канцелярию письменное объяснение, поступили или не поступили? Да, письменное объяснение поступили, исследуемые люди с ними. Еще ходатайство будет? Пока нет. Нет, скажем, что докладывается дело. Знаете, что не указано в вашей жалобе? Все указано, акцентирую внимание, что адрес указан неверно, Перескова Я написано. Что не может служить основанием. Права мне не были разъяснены до взятия объяснений, значит, и были разъяснены после составления админматериала. И к тому же решением, вступившим в законную силу, которое прилагается к письменным объяснениям, сотрудники того же отделения ГИБДД были уличены в неверной оценке доказательств, что есть основание подвергать сомнению их доводы. Это прямое основание, зафиксированное судом. Поэтому считаю постановление незаконным. Все доводы инспектора подвержены сомнению, очевидному сомнению. А поскольку закон прямо предписывает в случае сомнений трактовать в пользу лица привлекаемого, прошу, значит, соблюдать закон в этой части и трактовать все неустранимые сомнения в пользу моих доводов. Скажите, полис обязательного страхования при гражданской ответственности на данный автомобиль вообще оформлялся? Конечно. Оформлялся? Я не обязан носить, а инспектор написал причиной отсутствия полиса. Это я понял, я выясняю. А сам полис-то был? Конечно. А полис у вас имеется? Нет, на данной стадии. А этот полис, он без ограничения? Да. Он в электронном виде оформлен? Да. А вы в электронном виде его демонстрировали? Меня никто не просил. Как попросили, так все и произошло. Попросили полис. Они попросили вас полис? Да. И вы этот полис не показали? Раз его нет, меня закон не обязывает его возить с собой. Ну и в электронном виде у вас тоже его не было? Был. Был? Был. А вы сейчас в электронном виде можете нам его? Нет. Нет? Все уже, кончился. Там прошло уже сколько, 4 месяца. А он какой-то определенный период времени действовал? Ну, видимо. А вы не помните? Нет, не помню. То есть по состоянию на 28 июня 2020 года вы утверждаете, что этот полис был? Конечно. Хорошо, представьте, что это следует на электронном виде. Письменному объяснению Куприянов предоставляет копию решения. Поднимитесь, пожалуйста. И с этим вопросом, да. Как можете объяснить полученную судом информацию? Не знаю, как объяснить. Ну, на сайте РСА общедоступные сведения. По указанному автомобилю отсутствуют сведения. Но они будут отсутствовать, если страховка кончилась. Я вас спрашиваю, по состоянию на 28 июня страховки не было вообще? Была. Как бывает, если на состоянии 28 июня РСА дает сведения о том, что не было полиса вообще на этот автомобиль? Не могу объяснить этого. Я не являюсь работником РСА, поэтому я не знаю, как действуют должностные лица РСА. И как а они... новый полис вы когда оформили? Помните? Нет. Даже приблизительно не помните? После этого периода времени, через сколько? Месяц, два? Приблизительно не помню. Нет, все сказано. Обсуждается вопрос, сможете закончить рассмотрение жалобы. Нет возражений? Нет возражений. Я приду закончить рассмотрение жалобы по существу для принятия решения по существу административной ответственности на другую статью, часть статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусматривающий состав правонарушений, имеющий единый деловой объект, посягательство допустимо. Например, рассмотрение дела об административном правонарушении, также при пересмотре постановления или решения по такому делу при условии, что назначаемое наказание не ухудшит положение лица, в отношении которого ведется производство по делу. Поскольку ухудшение правового положения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении невозможно, постановление, вынесенное в отношении купленного, подлежит отмене. Производство по делу об административном правонарушении прекращение основания пункта 2 части 1 и 24.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Тут не входит обсуждение довода жалобы купленного, поскольку судебным заседанием установлено безусловное основание для отмены состоявшегося постановления, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Руководство статьей 30.6 пунктом 3 части 1 статьи 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в суде решил. Постановление инспектора ДПС ГИБДД ГИБДД России 4 Гринышева 28 июня 2020 года, последняя цифра 709, по делу об административном правонарушении, предусмотрено частью 2 статьи 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении купленного Дениса Владимировича отменить, производство по делу об административном правонарушении прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Решение может быть опротестовано прокурором, а также обжаловано в течение 10 суток за необучение или получение купе решения в Свердловской областной.